Всем привет! Вот купил вот такой вот лазерный модуль с AliExpress. То есть маленький, компактный, то есть во много раз компактнее, чем тот, на который я делал обзор. И то есть хочу его разобрать, показать, что там внутри. То есть проработал у меня что-то немного, то есть включил к нему блок питания, и он почему-то проработал недолго. Вот он закрутился. Вот здесь. Кто видит, там ничего не горит. Дело в том, что он почему-то сразу просто погас, и все. И больше ничего не стало. То есть даже не деградировал, чтобы там еле светить или не выжигать и тому подобное. То есть просто погас. Драйвер вот работает, нажимаешь кнопку, остальное ничего не работает. То есть давай, ничто нам не мешает, кроме того, как посмотреть, как он собран. Теперь это уже не жалко. Он дает. Вот название. Так, вот линзочка там такая стоит. Да, она туда не вкручена, это целиком, можно так сказать, объектив такой. Катиться задумал. Я не подготовился, что ли? Ключи. Ключ не тот взял. Вот. Не всегда у меня получается. Будет. Так сказать. Собрано. То есть что-то он непрочный, как говорится, как оказалось. Я-то думал то, что вроде такой магазин хороший, у которого я, так сказать, много раз что покупал на AliExpress. Там по лазеру он специально специализируется, этот магазин. Но почему-то вот тут, так сказать, в этом плане он, конечно, подвел что-то. То есть я просто поставил и включил его, чтобы он проработал где-то час. То есть в постоянном режиме. Потому что мне это надо для моих экспериментов, чтобы, кажется, долгое время довольно-таки мог лазер работать. Ну вот, в принципе, драйвер его. Так он с этой стороны выглядит. Сзади, конечно, ничего нету. Вентиляторик маленький. Так, насколько он вольт? Сейчас поглядим. 12 вольт он. Маленький, но 12 вольт. Так, дальше там, конечно, идет сам модуль. Вот так он там внутри сделанный. И, конечно, тут уже мы уже... А, нет. Наверное, просто маленькой тверкой обойдемся. Куда-то запахнулся, пошел. Вот, нашел я отвертку. И сейчас мы его туда двинем. Да, еще есть, не показал. Диод там стоит 3,8 миллиметров. Очень мелкая пиздюра. Ну и сейчас почему-то во многих ляпают таких. Якобы он 500 милливатт. Сейчас говорю. Очень сомневаюсь, что он 500 милливатт. А, нет, что-то легко вынулся. Я тоже надеялся, что здесь капец будет. Нет, не капец. Вот она, эта балдашка. Она алюминиевая. И сейчас мы его расковыряем. Вот эту вот шляпу. И посмотрим, как он там хотя бы стоит. То есть, закручен он там нормально или все-таки
прессован, что хрен его просто так оттуда вынешь. Да, походу эта шляпа, ну, я имел в виду лазерный диод. Походу он туда впрессованный. Ну, то есть все одноразовое. Я не знаю, может быть, драйвер не подобрали к нему так. Либо действительно схитрожопили. Что, допустим, сейчас есть драйвера такие, где как раз берут маломощный диод, можно сказать, любого цвета, это самое, и в импульсном режиме, в пиковом, там доли миллисекунды, он может работать, скажем так, ну, скажем так, вот там лазерный диод 250 милливатт, да, его можно разогнать до 500. То есть вот в таком в импульсном режиме он может выдавать большую мощность и не сгорать при этом. Да, может быть, здесь, конечно, на основе этого сделали. Удивляет, конечно, что вот на драйверах ставят микросхемы прям вот. То есть, фактически, мини-компьютер, так сказать. Ну, думаешь, ну зачем? Вроде бы это простой упрямитель для постоянного тока, для работы лазерного диода. То есть, ну тут, конечно, ставят прям микросхемы, ну, куда ни шло, допустим, транзисторы, или, допустим, другие какие-то, ну, то есть, микросхемы для напряжения, так скажем. Тут ставят аж такие вот многолапчатые. Не спорю, может быть, конечно, микросхема, как раз она и есть, больше для блока питания, так сказать. Но, так если она для блока питания, ее выходит охлаждать надо. Потому что все, что блок питания в основном стоит, обычно надо охлаждать. Ну, по крайней мере, желательно бы. Поэтому вот этого я, конечно, не пойму. Может, действительно это стало модным так? То есть ты его получил, он поработал какое-то время, и потом ему капец настал. Ну вот. Вот, в принципе, и все, что я хотел показать в этом ролике. Так что смотрите. Кому надо, покупайте. Конечно, честно говоря, такую шляпу не советую. Покупайте лучше с одним блок питанием. Они, по крайней мере, попрощнее. Ну, по крайней мере, у меня один до сих пор из таких работает. Ну, всем пока.